как в Пакистане, слышишь? Доллар дороже, чем евро. 3,45 максимум. Евро 3,30. Доллар никому не нужен, блять. Всем он нужен, нахуй. Он не нужен, у кого их, его нету. И никогда не будет. Четырнадцатый этаж. Пешеходные переходы у них такие. Вернемся, будем туда. Слушай, а полотенце, да, я уже. Давай, спроси. Куда мы идем?
Заебали своими сигнальщиками. Пойду узнаю пароль, есть от Wi-Fi здесь или нет. По идее должен быть, потому что сеть нашего отеля эти Ramada, вот он, вроде говоря, здесь Wi-Fi должен быть. Я уточню. Заебись, вот пароль. Кому надо пароль на этом пляже, вот он. Видите? Подключайтесь к Wi-Fi, будете на связи.
Бля, вода теплая, вообще пиздец. Охуенная. Самое прискорбное, что трактор ни хрена не приносит денег. И все это бабки, грубо говоря, из сейфа достаты со старых времен. Вот это хуёво. И, конечно, ты не поедешь куда-то зимой отдыхать, когда у тебя толпа детей, там 3 человека, 3 ребенка. И ты минимум 250 тонн надо, чтобы поехать сюда. А когда ты один, двое, это, в принципе, хуйня, мусор. Есть Wi-Fi? Есть Wi-Fi? Да. Не подключил. Каждый раз один. А хер их знает, не знаю. В принципе, раньше, считай, поездка сюда стоила 70 тысяч. Там 60-70, это получается, что ты отработал по двушке, например. Ну, как вы там работаете по двушке. Ну, грубо говоря, 4 дня, и ты мог поехать сюда отдыхать. Сейчас поездка минимум сотка. Ну, дней 7 надо работать, чтобы сюда поехать, получается. Потому что расходы на содержание трактора увеличились. И топливо. То есть как бы все в худшую сторону пошло, ребята. Все в худшую сторону. Те, кто, конечно, живет. Да я, блядь. Ну, я с многими разговаривал. Так хули у нас зарплата там 10 тысяч, я трактор куплю, там 2 дня поработал. И заебись мне нахуй. Охуенно, блядь. Типа такие бабки нигде не заработать. Да, но только, блядь, трактор купить, там надо тоже где-то эти миллионы взять, нахуй. Где их, блядь, выстроить, нахуй? Кредит, а кредит возьмешь, тебе по-любому каждый день надо будет работать, чтобы кредит платить. Так-то заебись, купить трактор за наличку. Ни у кого не надо деньги брать, и можно, да, поработать. Одну неделю, а 3 недели жить здесь. Конечно, можно. Но таких людей, я думаю, на канале-то немного, которые могут купить трактор за наличку. Спокойно куда-то ездить, блядь. Я думаю, это нереально. Все дорожает, пиздец, как мы. Каждым днем, если ты не успел купить сегодня его, завтра ты вообще его не купишь, потому что он подорожает на сотку, а ты просто не способен эту сотку где-то взять. Только перезанять можешь. И кто-то тебе, если поможет еще в этом, а так гнаться за этими тракторами вообще сейчас с нуля, это, бля, не угнаться. Ты смотришь, я куплю, ты через год заработал эти деньги, допустим, 1 000 000, а он уже, блядь, 1 300 000 стоит, блядь, дети 300 взять. Где? Только у родственников занимается, или кредит брать, и больше нигде. Какая погодка? Что это такое, кто его знает? А, тест мне дали, тест. Это что ты? С корицей, бля, я не люблю.
Он тест мне дал, дверь. Попробуй. А? А? Да конечно, говно. Не хочу. Взяла?